Друзья, всем привет! Сегодня расскажу о новом, на самом деле очень интересном проекте, который называется Тон Биткоин, где мы будем зарабатывать токены Тон BTC, ну то есть Тон Биткоин. И сегодня я вам покажу целых 4 способа заработка, друзья. Как с вложениями, так и самое главное, конечно же, друзья, без вложений. Все, как мы с вами любим. Поэтому рекомендую посмотреть видео до самого конца, чтобы не упускать такую вот важную информацию. Ну давайте сразу приступим к процессу регистрации. Переходим по ссылке в описании. Вы попадаете на данный пост, где как раз таки я рассказал о данном проекте. Здесь есть подробная информация о проекте. Самое важное, друзья, сейчас пока что только проект находится на альфа-тестировании, но 25 числа, 25 мая будет уже открыт бета-тест. И как раз таки после запуска бета-теста мы сможем уже зарабатывать реальные деньги. Для того, чтобы зарегистрироваться в данном проекте, переходим по ссылке в бот, нажимаем старт и запускаем проект. И на чем мы здесь будем зарабатывать, друзья? Здесь присутствует аналог ноткоина, то есть тапаем по экрану, зарабатываем KW, это энергия, друзья, которую мы потом в дальнейшем сможем продать на маркетплейсе. Пока он закрыт, ну то есть он уже функционал примерно имеется, то есть мы выставляем сумму, например, сколько энергии мы хотим продать, и выставляем стоимость за одну монетку. Ну, например, так. Точной цены пока, конечно же, друзья, неизвестно. Это будет P2P, поэтому точный курс пока что вам, друзья, никто не скажет. И вот как раз-таки, друзья, зарабатывать здесь можно, самое важное, без вложений, абсолютно без вложений. Как раз-таки вот тапая по экрану, мы зарабатываем вот эти монетки KW. На данном этапе альфа-тестирования у нас идет заработок 5 монеток в час, то есть заполняется вот эта шкала в виде 10 монеток, то есть можем пока что зарабатывать раз в 2 часа. То есть заходим в приложение раз в 2 часа и быстренько тапаем и забираем свои монетки. Возвращаемся через пару часов и продолжаем в том же духе. И копим как можно больше эти самые монетки. Чем больше мы накопим до официального релиза, тем больше мы заработаем на продаже этой энергии. Это, друзья, один из способов заработка. Здесь также есть прокачка бустов, когда во многих нам знакомых проектах, как Near Wallet, как WAF Wallet, да, то есть прокачиваем максимально бусты и зарабатываем тем самым больше. Но пока что этот функционал, я так понял, недоступен. Ну, либо пока что я не накопил минимальное количество 55 токенов, чтобы как раз таки проверить. Ну, как только накоплю, я обязательно дам вам знать у себя в телеграм-канале. Второй способ заработка — это быть майнером, друзья. Здесь нам нужно приобрести майнеры. Эти майнеры выглядят в виде NFT, и они торгуются на официальной площадке NFT GetGems на блокчейне Тон. Мы покупаем ASIC, выбираем себе тот ASIC, который нам необходим. И, кстати, друзья, 25 мая будет закрытый пресейл вот как раз таки этих NFT, которые можно приобрести себе со скидкой 50%. Ну и вот, друзья, как раз таки официальная коллекция Тон Биткоин, официальная коллекция вот этих NFT ASIC, где мы можем приобрести себе майнер и зарабатывать токены Тон BTC. Никаких рекомендаций не даю, это дело каждого, помните, да, инвестиции — это всегда риски. Ну и такой заработок как раз таки подойдет для тех, кто, ну, не хочет просто заходить в приложение и постоянно тапать. Просто приобрел себе майнер и спокойненько на полном пассиве зарабатываете токены Тон BTC, которые в дальнейшем будет листинг на DEX и SEX биржах. Кстати, у этих асиков есть своя рарность, от обычных до легендарных и мифических. Конечно, чем больше рарность, да, тем больше будет сам заработок.
Ну и вот, друзья, вот этот второй способ заработка с помощью майнинга, именно быть майнером. Как раз таки я говорил, для чего нужна сама энергия, которую мы зарабатываем без вложений. Она нужна будет майнерам. Для того, чтобы запустить майнинг, для этого им понадобится энергия, которую как раз таки мы заработаем без вложения и с удовольствием им ее продадим. Поэтому, друзья, заработок без вложений здесь очень-очень даже актуален. И пока альфа-тест и бета-тест, нужно, друзья, как можно больше заработать эти самые токены, саму энергию. Конечно же, майнеры также могут зарабатывать энергию, то есть заходить в определенное время и тапать по экрану и зарабатывать эту энергию, чтобы не тратить лишние средства свои. Но, скорее всего, в основном, друзья, для тех, кто там закупится большими майнерами, кстати, уже есть такая информация, что уже люди скупают эти майнеры там по 500, по 1000 тонн. И им будет просто неинтересно заходить в игру и тапать по экрану для того, чтобы заработать энергию. Для них будет проще просто ее купить у нас, друзья. Кстати, друзья, такой важный момент. После того, как зарегистрировались, нам нужно подключить свой кошелек. Просто нажимаем вот здесь справа на кошелечек и подключаем свой кошелек. Друзья, рекомендую подключить именно какой-нибудь некастодиальный кошелек по типу TonKeeper там, или MyTonWallet. Ни в коем случае не подключайте Telegram кошелек TonWallet, потому что там другие различные такие токены, там, которые мы, например, получаем или зарабатываем там с различных аирдропов, там эти токены просто не добавляются, потому что он считается централизованным кошельком, и там не добавляют вот такие вот, как бы, так сказать, неизвестные монетки. Поэтому рекомендую все-таки пользоваться некастодиальными кошельками. Я покажу на примере TonKeeper. Подключить кошелек. Готово, друзья. Можно посмотреть. Все, кошелек мы подключили. Ну и давайте, чтобы не затягивать данный ролик, третий способ заработка – это стать инвестором, друзья. Пока это тоже функция невозможна. Что это значит? Это покупка токенов TON BTC, холд их, стейкинг и так далее, друзья. Инвестор может также зарабатывать как энерджайзер, также зарабатывать как и майнер. В общем, друзья, можно объединить в себе сразу все четыре способа. Ну, как раз таки я, наверное, буду планировать именно зарабатывать всеми четырьмя способами. Ну и четвертый способ, друзья, конечно же, это партнерская программа. Просто приглашаем своих знакомых, друзей. Если у вас есть свои каналы, то для вас прям будет это плюсик. Вы заработаете еще больше. Здесь двухуровневая партнерская программа, что очень даже неплохо. Ну и по завершению, друзья, после того, как вы перешли по ссылке, вы писали, да, и попали на данный пост, здесь есть ссылка на презентацию данного проекта. Это как раз таки там вся информация, которую я сейчас вам уже рассказал. И вот, кстати, друзья, видите, да, написано, что активный энерджайзер может зарабатывать до 200-400 долларов в месяц. Просто без вложения, друзья. Я считаю, это очень хороший заработок. Ну, давайте теперь просто перейдем на саму презентацию. Вкратце пробежимся по ней. Вот как раз таки написано, как зарабатывает майнер, какие типы вида оборудования есть. Вот самое обалденное, это мифическое. Как раз таки маркет электроэнергии. Да, если мы просто тапаем по экрану, зарабатываем свои монетки. Чем больше майнер добывает монеты, тем больше ему нужно электричество. Поэтому у энерджайзеров всегда будет кому продать эти самые монетки, это самое электричество. Как я говорил уже ранее. Как зарабатывает инвестор. Ну, друзья, тут уже сами ознакомитесь, почитайте. Про реферальную систему тут все подробно тоже расписано. Roadmap проекта. Вот, друзья, видно, да, что 25 мая будет бета-версия приложения майнера и старт майнинга уже. То есть начнется уже заработок токенов.
тонн BTC, а значит, майнерам потребуется энергию, и значит, будет торговля энергией. Мы сможем продать свои монетки. 15 июня будет уже официальный релиз приложения с полным функционалом. Ну, друзья, тут почитайте, ознакомитесь. Также есть, друзья, официальные источники в Telegram, в Twitter. Можете перейти и ознакомиться. И вот, друзья, кстати, важный момент. Вот, как я говорил ранее, да, всем ранним пользователям и бета-тестерам майнинг приложения в Telegram, они дают эксклюзивную возможность приобрести майнинг ASIC за половину стоимости. Приложение действует только на ограниченный тираж оборудования из коллекции Тон Биткоин. Будет, то есть, друзья, прелаунч, предпродажа этих NFT в количестве 100 штук до 25 мая 2024 года. И вот как раз таки, друзья, здесь есть ссылка на официальную коллекцию на GetGems. Просто скопируйте эту ссылку, вставите в браузер, перейдете и там можете приобрести себе майнер для тех, кому это интересно. Ну а на этом, друзья, у меня в принципе все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Конечно же, подписывайтесь на мой YouTube-канал и, конечно же, на Telegram-канал, где публикуется огромное количество различных проектов, новости по старым проектам. То есть вся самая топовая информация есть у меня на канале. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.